Огромное количество интеллектуальных игр, квизов и квестов, приуроченных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в областном центре. 13-я школа имени Валерия Хована – активный участник и организатор многих мероприятий. Интеллектуальную игру «Великая Отечественная война. Факты и события», основанную на реальных документах и хрониках, можно назвать одной из лучших. Настолько творчески подготовились к ее проведению организаторы, и это неудивительно. Тема весьма актуальная сегодня. Данная тема очень важна, и, безусловно, наша молодежь должна помнить, знать свою историю. И данная победа в Великой Отечественной войне, она священна. И такого уровня мероприятия, как сегодня проходит на базе средней школы номер 13, они важны. И действительно сегодня объединили огромное количество ребят, молодых людей, которые могут посостязаться в своих знаниях, проверить свои знания, возможно, где-то что-то и узнать новое. У нас приближается юбилейная дата тоже, 76 лет Великой Победы. И у нас появилась в школе средняя такая идея – сделать игру, которая посвящена тем фактам, событиям, которые были в Великой Отечественной войне. Вот. Мы уже по примеру сделали игры, как проводим обычно по географии. Вот. Искали вопросы, искали видео вопросы, создавали видеоответы. Но я надеюсь, что ребятам эта игра очень понравится. Сегодня принимает 13 учреждений Ленинского района участие. Это 75 учащихся. А узнать ребятам было что. Интеллектуальная игра «Великая Отечественная война. Факты и события» включала в себя множество замысловатых вопросов, которые сопровождались видеофрагментами из научно-документальных или художественных фильмов. Учащимся брест школы и гимназии нужно было дать правильный ответ на многие вопросы, о которых не говорится в учебниках по истории. Чтобы ответить, нужно было интересоваться темой достаточно долгий период. Предположения, жаркие споры и отстаивание своей позиции, интеллектуальный задор зашкаливал, ведь на раздумье давалась только минута. Игра, в принципе, довольно-таки интересная, очень интересные вопросы. Благодаря этим вырезкам можно получше представить вопрос, можно дать более расширенный ответ. Также это чуть-чуть отвлекает от самой сложности работы, и работа становится интересней. Мы сейчас играем, и я узнал достаточно много интересных фактов, даже о том, что вот метроном использовали в блокаде Ленинграда, чтобы показать, что будет бомбардировка нацистскими войсками или не будет. 75 участников, 75 молодых людей, которые знают о Великой Отечественной войне, очень много таких фактов, которые неизвестны другим. И однозначно, что этот интеллектуальный марафон только начало для будущих знатоков истории государства белорусского, великой истории великого народа.